Скажи-ка, дружок, тебе приходилось оставаться дома одному? Это совсем не страшно, правда? Можно представить, что твоя комната – настоящая сказочная страна, в которой есть море и корабли, где из стула можно сделать самолет, а шкаф похож на волшебный замок. Но будь осторожен, дружок, ведь в сказке может произойти самое невероятное. Чуть не упал. Куда это я попал? Ты кто? Я Филя. А ты? Я? Змей Горыныч. Маленький еще. Выходи. Не бойся. А я и не боюсь. Слушай, куда это я попал? Это моя квартира. Я тут живу. Квартира! А это что? Это конь. Богатырский? Ой, ой. Деревянный. Они же сухие. Ой. Эх! А у меня вот что есть. Ой. А я умею ловить мышей, вот. Мышей? Ловить? А как это? Смотри, как будто это мышь. Ага. Ой! Тише. Ух ты. И цап! Здорово. А теперь ты. И цап! Ой! Ой. Ой. Мне бы настоящую мышь, но они здесь не водятся. Придумал! Я их наколдую. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю колдовать. Ну, давай, лови! Маленькая, чего с ней возиться? Ага, сейчас. Вот беда, ведь маленький змей Горыныч никогда не видел мышей. А разве можно делать то, чего не знаешь? Значит, нам пора! Мы хвастунам и трусам знаем цену. Пробил наш час, пришла мышей! Пробил наш час, пришла мышей, пора! Бегите все, выходим мы на сцену! У нас в душе ни капельки добра! Все разгрызем, на всех нагоним страху! Разрушим в этом доме все! Где злой страх, там не дадим мы маху.
У нас клыки и пасть душей! Сегодня ждет нас трудная работа. Объявлена охотана! Объявлена охотана! Объявлена охотана вышей! А нам самим охотиться! Охота! Помогите! Мама! Мы нашли друг друга вместе. Он меня, а я его. Нам никто не страшен, если он со мной, я за него. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нам никто не страшен, если он со мной, я за него. Хорошо, когда друг – волшебник. Но даже волшебник должен хорошо делать свое дело. Правда, малыш?